Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем с вами играть в Fallout. Погружаемся в атмосферу и вперед к приключениям. Нам нужно отправиться в убежище 15. Посмотреть, что там есть, и вообще узнать что-либо новое о водяном чипе, который нам необходимо раздобыть и вернуть в наше убежище 13. Так, хорошо, пещера, мы сразу же можем переместиться во вход. Это очень удобно. Так, в прошлый раз у нас не получилось, так как мы забыли про веревку. Вот, крыска подползла. Ладно. Раз уж такое дело, почему бы и нет. Жертва просит, жертва получает. Плохо получает, правда? Ян молодец, конечно. Вот Ян красавчик. Ян подошел, стрельнул. Все, вопрос решен. Ты, главное, в меня не попади, товарищ мой. Так, я там увидел ящик, смотрите, вот он. Нам необходимо его обшарить. Возможно, что-то будет полезное. Хорошо бы. Так. Прекрасно. Нам бы какую-нибудь броню, что-то изменить, какую-нибудь курточку или что-нибудь такое, пиджачок. Ой. Так, вот сюда. Ты что, не можешь туда пройти? Как же так-то? Окей, хорошо, тогда вываливаемся и отправляемся туда. О, что это на полу? Фонарики, ну то есть факела. Ладно, возьмем. Эту вещь можно обменять хорошо. Так, шахту мы не сможем спуститься, пока не привяжем веревку. Веревку мы купили. Вот она, веревка. В количестве одна штука. Опись, протокол. Сдал, применил. Так, что у нас есть здесь хорошего? Ящичек, побежали. Сразу же прямиком к ящичку. Что в ящичке лежит? Вау-вау-вау-вау-вау! Здорово, смотрите, мы раздобыли куртку, броня, какая-никакая, и еще одну веревку, чтобы спуститься еще на ниже уровень. Так, надо сразу же примерить обновочку. Вот прекрасно, вот прекрасно. Смотрите, какая модная косуха у нас, да? Сразу такие фау-фау-фау, модные такие ребята. И Ян в куртке, и я в куртке. Братья в куртках. Куртка Brothers. Ой, у тебя что, патроны кончились? Так, там я вот вижу, коробочка лежит, смотрите. Надо бы взять. Надо бы все это взять. Угу. А крыс-то сколько? Крыс-то сколько? Заполонили. Крысы все заполонили. Не беда. Так. Нет, Ян красавчик, конечно. Он... Меткость у него просто отменная. Итак, у нас теперь 13 брони стало. Это очень здорово. Лучше, чем было. По-моему, 5 или 7 было, да? Так, и... Урон от крыс нам теперь не наносится. Вот это вот очень здорово. Так, Ян промазал. А нет, смотрите, фиг там, он два раза стрелять может. Хорошо, берем патроны. Что еще? Может, что-нибудь еще есть тут? Вроде бы больше ничего нет. Хорошо, все. Мы можем теперь смело отправляться на третий уровень. На третий этаж. Давай. Применяем веревку и спускаемся. Личным. Что у нас здесь есть? Опа. Крыска. Крыска не беда. Все. Расквитались крыс. Кротокрыс теперь к нам ползет. Хорошо. Сейчас, мой друг Ян, покажет тебе, кто здесь папочка. Вот, смотрите, наяривает от души, слушайте. Ему вообще плевать на всех. Он наяривает. Все. Его не волнует. Так, завершаем бой. Нет, не можем, да, пока? Хорошо, тогда откроем ящик. Воу, вот это находка. Динамит и две гранаты. Полезная штука, полезная. Так, во втором ящике что? Ян там палит. У него своя атмосфера, а мы пока смотрим, что... Ох ты, ох ты, ох ты. Пистолет, пулемет нашли. И еще и плюс связку патронов. И это очень и очень круто. Хочу я вам сказать. Так, ладно. Сразу же в одну руку возьмем, соответственно, пистолет-пулемет. Да, пистолет-пулемет 10 мм.
чудном. Берем. Так, Ян там уже всех расстрелял. Заканчиваем бой. Так, что-нибудь еще есть тут? Нет, между камней, может, что разбросан. Ничего нет, хорошо. Воу-воу-воу, тихо. Вот прекрасно, вот чудно. Так. Соответственно, все сбежались на наш шум, который мы здесь устроили. Ну, пистолет-пулемет вещь знатная. Кстати, есть одиночные выстрелы, а есть также и очередь. Я думаю, очередь мы с вами попробуем на этом здоровяке. Да? Да. Так, burst. Ох, как чудно, смотрите. Раз-раз и готово. Перезаряжаем. Так, вроде бы все. Ян перезарядился. И куда-то пошел бить кого-то уже. Так, Ян, сказал бы ты, какой у тебя пистолет, я бы тебе патронов подкинул. Благо, что здесь это удобно очень делать. Все? Все. Что лежит? Монтировка. Гордон Фримен. Ты ли здесь был? Путешествовал сквозь время. Так. О, смотрите, коробочку видел. Коробочка. Лежи, отдыхай. Все, отдыхай, отдыхай, отдыхай. Так, у Яна, по-моему, тоже 10-миллиметровка. Если что, то я ему подкину потом патрончиков. Так, я вижу коробочку, смотрите. Угу. Берем. Все, есть. А, интересно, очень оформлено убежище. Я думаю, каждый бы из вас хотел здесь оказаться, да? То есть посмотреть, как это вообще вот в действии. Ой, там враги ходят, но мы бегаем. У меня скрытность, по-моему, стоит, возможность, способность, поэтому меня сильно не замечают. Ну, хорошо, мы, в принципе, все узнали. Здесь ничего полезного нет, полностью полная разруха. И мы идем обратно в деревеньку. Неугомонные кротокрысы. Свинопасы и так далее. Хорошо, спускаемся в шахту лифта. Да что ж ты будешь делать? Я ж только собрался идти, а. Так, вроде бы здесь мы больше ничего не можем найти, да? Вот здесь маленькие локации такие. Я думаю, полезного здесь больше ничего не будет для нас. Так, Ян, давай расквитайся с этими остатками врагов. И мы с тобой отправимся обратно на выполнение каких-либо квестов. Так, давай-ка выстрелим крыску. Все, разборки закончены. Все. Все. Пойдем. Прекрасно, здесь мы свою миссию выполнили. Ничего мы здесь не нашли. Разгромили подчистую причем. Даже дверь вывалена. Смотрите, от бункера дверь просто разворочена. Причем конкретно кто-то ее рванул. Так, мы поднимаемся по лесенке. Ян где-то у нас застрял там, ну ничего, догонит. Ночь. Здесь наподобие освещения, очень интересно это сделано, смотрите. Хоть игрушка очень старая. Так, мы пойдем в Shady Sands теперь. Выполнить побочные квесты. Так, случайная встреча. Угу, торговец. Хорошо, торговец. Давай поговорим с тобой. Что ты продаешь? Так, патроны, фрукты, стимулятор, игуана на палочке. Нам, так, я бы взял, конечно, патроны. Так, сколько они стоят у него? Все. $105, да? Хорошо, два ножа, если отдам, хватит? Почти, фонарик один. Все, отлично. Все, заманчивое предложение. Он не может отказаться. А мы идем дальше. Выполнять наши квесты. Помогать людям, творить добро. Только добро. А может быть и зло. Кто его знает, да? В этой игре вообще все возможно. Так, день. Отлично. День. Так, оружие надо спрятать. Иначе здесь сейчас будут агриться на нас. Так. Пойдемте узнаем у доктора, что там да как с этими скорпионами. Что вообще требуется. Здесь есть такой квест. Дети носятся. Кстати, в некоторых местах дети
Ворует вещи. Вот это, конечно, очень здорово придумано. Я Разла. Чем могу помочь? Мне нужно лечение. Давай посмотрим тут. Да от тебя едва задели. Выспись и отдохни. Ты без моей помощи исцелишься. Готово. Так, что еще? Просто так зашел. Окей, это понятно. Хорошо, поговорим с женщиной. Ты, кажется, попал в беду. Тебе нужна помощь? Нет, мне не нужна медицинская помощь. Все, понятно. Пойдемте поговорим тогда с Сетом. Вот он стоит. Надо с ним поговорить. Отлично, мы в Кожанке. Смотрите, вот город живет своей жизнью, да? Собаки, то есть бродяги какие-то ходят, кто-то что-то делает. Вообще здорово, это организовано. Отведи меня в пещеру Род Скорпионов. Ты уверен? Что ты хочешь, чтобы я показал тебе дорогу к пещерам Род Скорпионов? Я туда не пойду, но дорогу показать могу, да. Мы согласны, мы вдвоем с Яном пойдем сейчас воевать. На тропу войну мы вышли. На войны тропу. Так. Вот они, красавчики, сидят. Вот они, мои хорошие. Знаете, я предлагаю сохраниться, потому что мало ли что. Мало ли что. Здесь удобная система сохранения, поэтому не надо никуда бежать, никакие точки искать, пабы, хабы-мабы и так далее. Здесь все просто делается. Так, иди сюда, мой сладкий. Сахар. Вот чудно, смотрите очередью, как я шандарахнул один раз, лупанул и все, и проблема исчерпала сама себя. Так, подойдем, обыщем. Ага, хвост возьмем, почему бы нет, все, все нужно брать. Интересно, а вы бы отправились вот в такие пещеры, нет? Если бы в реальности все это было. Оставляйте комментарии, потому что интересно узнать, кто вообще готов выживать, а кто будет отсиживаться там где-то в стороночке. Так, можно, конечно, отхватить здесь отравление, но я думаю, у нас все получится. Лежать, я сказал. Не гавкай. Все. Берем хвост. Так, и здесь вот, как вы видите, коробочка есть. Хорошо, коробочку мы тоже возьмем. Патроны. Здорово. Так, больше здесь никого нету. Пойдемте посмотрим дальше. Очень большие локации, очень здорово. Это грамотно все красиво сделано. Мне очень нравится оформление. Но, повторяюсь, уже не в первый раз, игрушечка очень старая, 96-97 год. Так. Уже где-то 15-16 лет этой игре. Но до сих пор интересно играть. Поэтому я взял ее для прохождения. Так, иди сюда. Иди сюда, моя курочка. Иди сюда, мой хороший. Так, Янчик, давай, добей его. Че, нет? Во, все. Вот и чудно, вот и чудно. Хвост обязательно берем. Отнесем потом доктору. Так, кто еще у нас есть? С той стороны остались, да? На востоке. На востоке остались скорпионы. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Ой, так, перезарядимся. Все, готово. Иди сюда, иди, 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 мой маленький. Ой, что не туда нажал? Так, очередь. Отлично. Отбегаем. Сейчас Янчик добьет. Да фиг там. Смотрите, какая Ян. Ничего себе, у него неужели три этих? Три хода он может сделать. Вот это здорово, конечно. Да, мне до такого прокачиваться еще долговатенько. Но все же это реально все. Отлично. Вот и уровень. А вот и уровень. Легкое оружие качаем. Мы качаем легкое оружие и качаем бартер с вами. Самые выгодные вещи. Так, еще раз легкое оружие. Ремонт нам не нужен. В общем, на легкое оружие я все потрачу. Будет круто. Так, собираем хвосты. Хвосты драть. Умник? Да, умник. Представьте вот таких больших скорпионов. Ужас, они маленькие-то страшные. А тут еще и здоровые, если будет. Это будет просто жестко, конечно. Я бы напугался, честно сказать, таких вот здоровенных скорпионов. Очень большие. Смотрите, размером вот с человека же. Ой. Подлец какой, а. Давай, Ян. Ты можешь, ты красавчик. У нас кончились патроны, перезарядиться надо. Давай, 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 давай. Нет. Сингл-шат сколько стоит? 5 очков. Пойдет.
Ага, и сразу на Яна переключился. Не тут-то было, друг мой. Не надо было вот это вот тебе делать. С Яном шутки плохи. Ян у нас ключевая фигура. Так, сразу же с очереди. Еще один остался у нас, да, товарищ? Смотрите, да? В окне событий все пишется. Сколько он теряет здоровья, какой удар был нанесен. То есть, если вы смотрите, вы можете все это читать. Потому что это действительно интересно. Собираем все хвосты. У коров хвосты крутить. Что-то я вспомнил это выражение такое. Хватит у коров хвосты вертеть. Это значит, хватит бездельничать уже. Ага, вы не можете это взять, вы несете максимальный вес. Хорошо, я понял. Кстати, все это написано здесь. Вот, максимальный груз 200, мы можем тащить 200. Класс брони у нас 13 сейчас в данный момент. Вот. Реакция на разные лекарства и все прочее. На разные химикаты, это все тоже описано. Итак, выходим, вроде бы всех завалили, теперь можно смело получать наши очки. И признание жителей соответственно. Избавили мы городочек от нападков поселения, то есть городочек. Ну, поселение, городочек маленький, кто его знает, что там у них. Избавили мы поселение от нападков, теперь можно смело получать награду. Весь наш город благодарит тебя за то, что ты уничтожил род скорпионов. Спасибо тебе. Не за что. Пожалуйста. Я посланник. Я засланец. Засланчик. Так, Танди здесь ходит. Да, вот это, по-моему, женщина в жилетке. Так, ну что? Дела налаживаются. Разло работает над противоядием. Когда он закончит, мы легко расправимся с оставшимися скорпионами. Пара пустяков, я могу спросить тебя кое о чем? Что ты знаешь об окрестных городах? Так, ну это мы уже у него спрашивали в прошлой серии, поэтому все мы прекрасно знаем. Ладно. Мы идем к доктору. Давай, доктор. Мы тебе поможем сейчас с противоядием, да? Так, чем я могу помочь? У меня тут есть проба яда рад скорпиона. Можешь с ней что-то сделать? Дай мне взглянуть на хвостовой мешочек. О, да, я могу его использовать. Хорошо, мы отдаем хвосты. И наш товарищ изготавливает средства от укусов. Вот, возьми, как бесплатный образец. Должно неплохо работать против укусов рад скорпионов. Но у этого лекарства есть значительный потенциал и в случае обычных отравлений. То есть просто отравление какое-то, все это, конечно, будет лечиться. Так. Что есть пол? Ладно. Возьмем, наверное, княженцию и пару стимуляторов. Я думаю, это будет... будет честно там, кто лежит. Привет, прости, но я себя сейчас не очень хорошо чувствую. Если ты можешь помочь найти способ заражаться скорпионом, пожалуйста, поговори с моим братом Сетом. Так, еще давайте. Попросим сделать зелье. Так, и давайте попробуем восстановить этого товарища. Все-таки вдруг получится. Где это зелье-то? Вот оно. Вот и все, смотрите, вылечили мы товарища. Здорово, излечили Джарвиса. Спасибо большое, что помог мне. Меня зовут Джарвис, я младший брат Сета. Спрашивай, если что-то нужно. Можешь мне рассказать про брата? Сет очень хороший боец, он очень предан своему делу. Порой даже слишком, но он преданно служит благополучию нашей деревни. Расскажи мне про город. В общем, Шэди Сэнс был основан великим предком нашего сегодняшнего предводителя Арадеша. Он бы мог тебе больше рассказать об истории. У нас есть колодец и ирригационная система. Так что справляемся мы неплохо. Все? Все понятно. Этот товарищ спит уже, уже поздно. Видите, тут все взаимодействует. То есть, если прийти не в то время к определенному человеку, то он может вас послать подальше. А иногда даже сагриться и напасть. Какая напасть? Ох, напасть, напасть, напасть. Так, здесь мы все сделали. Ну что, наша миссия, я так чувствую, здесь закончена. Пип-бой, посмотрим. Статус. Shady Sense. Остановить рост скорпиона. Все. Гениально и просто. Мы все сделали. Так, хорошо. Идем тогда в другое место. Я сохранюсь. Дабы
Мало ли что. Игра такая. Всегда готовит что-то новенькое. Так, давайте пойдем, наверное, в Джанктаун. О, а тут что такое? Что за точка? Что-то я уже не помню ничего совершенно. Ого. Джанктаун, я смотрю, далековато, смотрите, да? От Shady Sands. Ну ничего, ничего, ничего. Сейчас мы дойдем до Джанктауна, посмотрим, что там. И уже будем думать, что делать дальше. Также вот еще городочек, это хаб, скорее всего. Джанктаун. Джанктаун. То есть переводится как город-свалка. Давайте, наверное... Так, по карте что там у нас? Ничего не показывает. Хорошо, давайте, наверное, отдохнем до утра, до полудня. Чтобы было светло. Вот и здорово. Так, хорошо, поговорим. Добро пожаловать в Джанктаун. Чем могу помочь? Что ты тут делаешь и что это за место? А ты как думаешь, я охранник, слежу тут за приезжими вроде тебя, а это место называется Джанктауном. Мы в основном занимаемся торговлей, в том числе с этими мошенниками из хаба. Кстати, ты-то не из хаба? Я нет, я не из хаба. С вопросами вообще-то не к нам надо обращаться. Хорошего дня, береги себя. Спасибо, и тебе всего хорошего. На день грядущий. Так, поговорим, еще вот человек стоит. Чем могу помочь, странник? А можешь в общих чертах рассказать про Джанктаун? Я со своими людьми работаю на Киллиана Дарквотера. Мы здесь поддерживаем кое-какой порядок, разбираемся со всякими убийцами, ворами и другими сволочами, которые приходят из пустыни. Если хочешь добрый совет, держись подальше от Гизма. Этот козел проворачивает тут свои темные делишки, и мы просто пока не нашли достаточно улик. Он со своими лакеями, бандой черепов... В скорости получает по заслугам, если Киллиан найдет, что им сказать. Угу. Банда черепов, понятно. Ну так, а что вас, законников, останавливает от того, чтобы просто взять и посадить Гизма и черепов? Это же нужно все правильно сделать. Мы знаем, что у Гизма там сплошное мошенничество, но нам нужно прочное доказательство, чтобы его арестовать. Тоже с черепами. Они кого-нибудь изобьют, двоих мы ловим и сажаем. Но ничего от этого не меняется. У нас просто нет явных доказательств, привязывающих их к убийствам или грабежам. Что ж, удачи. Спасибо, будь осторожен. И тебе не хворать. Так. Что у нас здесь? Бар. Смотрите, можно выпивку купить. Кстати, да, можно здесь выпивку купить. Здесь все можно так. Госпиталь есть. Да, деревушка уже поболее. Смотрите, Джанктаун-то Джанктаун, но деревушка поболее. Так, что за здание? Зайдем. Посмотрим, что здесь. О, товарищ какой-то. Привет. Привет. И все. Какой робкий. Хорошо, мы идем дальше, наверх. Найдем вот этого Киллиана Дарквотера. Так, Дарквотерс. Вот он. Хорошо. Поговорим? Берегись, Гизма, его дружков. Я приму это к сведению. Спасибо тебе большое. Смотрите, вот это склад у него, да? Обалдеть, наверное, вещей. А чем я могу помочь? А кто ты? А, зовут меня Киллиан. Киллиан Дарквотер. Я мэр этого прекрасного города. А с кем имею честь? Меня зовут Сэм. Я пришел с севера. Там, кроме пустыни до Шеди Сэнс, особо нет ничего. Ты оттуда? Нет, я из убежища. Ну да, конечно. А ребенком тебя вместо колыбели клали в сейф. Так, хорошо. Нет-нет, это называется убежище. Оно защитило нас от войны. Там жило много людей в течение 80 лет. Не расстраивайся, это не самая ужасная история из тех, что я слышал. Так чем я могу быть полезным? А, ты владелец магазина? Точно. Может, не такой большой, как тот, что в хабе, но люди обычно находят здесь все, что ищут. Смотри, выбирай. Так, давайте посмотрим. Может быть, что-то Ой, а что сбросилось-то? Японский бог. Так, ну давай. Опа! Гизма передает привет! Опа, вот это баталии здесь начались. Так, я тоже приму участие. Что это такое, интересно? Валим. Так, давайте. Все валим дружно. Отлично.
Все, завалили. Слушай, спасибо за спасение моей жизни. Смелый поступок. Похоже, у нас тут проблемка складывается. Я знаю, что за всем этим стоит Гизмо, но нужны доказательства. Не хочешь помочь? Ну, хорошо. Тебе нужно взять диктофон и записать откровение Гизмо или жучок вот этот у него в офисе поставить. Как тебе больше нравится, и тогда он наш. Хорошо, я тебе должен. Вот жучок и вот микрофон. Дай знать, как сделаешь все. Удачи. Спасибо тебе, друг мой, сердечно. Так, давайте обыщем черного. Чего у черного есть? Воу-воу-воу, полегче. Полегче, парень. Что там нам дали? Охотничье ружье. Охотничье ружье. Угу. Возьмем на заметку. Так, ладно. Идем. Идем дальше. Брамины пасутся. Как все здорово. Крэш-хаус отель. Что же тут есть в отеле? Хорошего. Так. Добро пожаловать в разрушенный дом. Чем могу быть полезна, странник? Мне нужна вода. Тогда иди в выгребную яму. Я слыхала, они там немало воды в самогон доливают. Все понятно. Выпивка, выпивка, выпивка. Так, это что за женщина? Кто ты и что ты здесь делаешь? Я Сэм, я здесь недавно. По-видимому, да, так как все здесь знают, что это территория черепов. Ты бы лучше валил отсюда, пока никому не вздумалось сделать тебе больно. Черепа? Кто это? Это мы. Мы самая крутая банда в городе. Вообще-то мы единственная банда, но никто не смеет с нами связываться. О, так вы вроде заправляете всем городом, так? О, да. Никто с нами не связывается, ну, кроме, наверное, Киллиан, но он действительно крутой. Он тут типа шерифа, мы делаем все, что хотим. А кто вообще в банде? Ну, есть Виктор и Акула, который тусуется в выгребной яме. Еще Винни и еще парочка ребят, которые время от времени здесь останавливаются. И чем вы здесь занимаетесь? Мы тут тусуемся. Бывает, играем у Гизмо или зависаем в выгребной яме. Иногда выполняем всякую странную работу для Гизмо или всяких путешественников. Виктор любит выслеживать людей. Подумай об этом и лучше держись от него подальше. А почему вы тусуетесь с этими парнями? Мы как семья. Мы заботимся друг о друге, ну кроме Акулы, который вечно все портит. И Виктора, который всегда смотрит на людей как-то странно. Но Винни крутой чувак. И мы вместе мутим всякие темы. Ну, мы типа друзья и там всякая бодяга. Ну, пока. Хорошо. Так, давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Продвинемся, посмотрим, что есть еще. Ты кто такой? Привет. Охранник Джанктауна. Лучше убери это, у нас мирный город, дружище. Хотелось бы сохранить его таким. А, окей, пока. Понял, все, извини, брат. Извини, брат, извини. Не знал. Так. Хорошо, переходим на следующую локацию. Смотрите, да? Очень большие локации. Вообще приятно оказаться бы в таком месте. Так, Гизмо. Давайте сходим, посмотрим, что за там Гизмо у нас. О, здесь и казиношка есть. Казино Гизмо, рассадник азартных игр и подпольной деятельности. Будь осторожен, говорят, там кругом мошенники. Спасибо. Ян знает, смотрите, да? Он продвинутый товарищ, у нас он все знает. Так, можно, конечно, и в игрушки поиграть, но мы этого делать не будем. Так, итак, пришли мы к этому... Что тебе, я занят? Так, хорошо. Ничего, уже ухожу. Не люблю терять время, больше здесь не появляйся. А ты разговариваешь? Айзо. Айзо не разговаривает, да и фиг с ним. Хорошо. Ладно. Все понятно. Гизмо, смотрите, у нас не очень дружелюбный такой, да? Понятное дело, что мутит какие-то грязные делишки в этом городишке. Мутим делишки в грязном городишке, йоу. Бар. Скампит. Выгребная яма. Закрыто. Понятно. Так, ну что, ребят, на этом я предлагаю серию закончить. Мы с вами обязательно продолжим играть, путешествовать по миру Fallout, выполнять задания, знакомиться с новыми людьми. Конечно же, избавляться от всякой грязи
в этом странном и захватывающем мире. Всем спасибо. До встречи.